Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажи запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим слуховой динамик на iPhone 5s. Для начала необходимо открутить нижние два винтика. Откручиваем. Открутили. Теперь необходимо отсоединить модуль от корпуса. Для этого медиатором с нижней части экрана приоткрываем аппарат. Только немного приоткрываем, чтобы не порвать шлейф. Отсоединяем шлейф кнопки Home. Теперь необходимо открутить защитную пластину шлейфов. Там 4 винтика. Откручиваем. Открутили. Демонтируем саму пластину. Отсоединяем шлейфа. Их 3. Аккуратно отсоединили. Теперь откручиваем динамик. Необходимо открутить два винтика. Первый и второй. Теперь снимаем динамик с пластины металлической. Сняли. Берем новый динамик. Устанавливаем. И устанавливаем металлическую пластину. Установили. Теперь необходимо прикрутить два винтика. Прикручиваем первый и второй. Прикрутили. Теперь необходимо установить экран в корпус. Для этого нужно присоединить три шлейфа к плате. Присоединяем первый, второй и третий. Подсоединили. Теперь устанавливаем металлическую пластину. И прикручиваем. Необходимо прикрутить 4 винтика. Прикрутили. Теперь необходимо подсоединить кнопку Home. Это делается аккуратно, как вы видите на видео. Необходимо кнопку Home вставить в разъем. Вставили. Берем защитную металлическую пластину. И тоже вставляем. Все. Теперь необходимо вставить экран. Надавливаем в верхней части и по бокам. Все, защелкнули. Теперь необходимо установить два нижних винтика. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.